На конкурс дети читают стихи. Моусош номер 9. Город Нижний Тагил. Шатунов Сергей. Моусош номер 9. Город Нижний Тагил. 6 класс. Александр Твардовский. Рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых, встречают нас, как дорогих гостей. Машины обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен, мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка: товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мимо пули свищет. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с разворота мы ходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душил огарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец. И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц знал бы я мальчонку, но как зовут?